Джан Шашасана, поза головы колена. Садимся туда на спину. Ладони забитыми суставами. Вытягиваем спину. Сгибаем левую ногу в колени. Укладываем левую стопу к правому бедру. На вдохе двумя руками потянулись вверх. Плечи опускаем вниз. На выдохе, сохраняя спину прямой, уходим в наклон к правой ноге. И по возможности стараемся захватить двумя ладонями стопу. Максимально вытягиваем спину, грудную клетку проворачиваем вперед и чуть вверх, нижними ребрами вытягиваемся вперед за правое колено. Правой половиной живота стараемся прижаться к правому бедру. Плечи стараемся не перекашивать, держим их на одном расстоянии от пола. Удерживаем максимум 30-60 секунд. На вдохе поднимаемся и выходим из асаны. Если во время выполнения асаны возникает боль в колене, под него можно подложить кирпичик и выполнять асану в таком положении. Если сильно скругляется спина, подсгибаем ногу в колене, прижимаемся правой половиной живота к правому бедру, максимально вытягиваем спину, и затем, когда задняя поверхность ноги, коленные сухожилия начинают привыкать к растяжению, потихонечку довыпрямляем ногу в колени, сохраняя спину прямой. И еще один облегченный вариант. Можно перекинуть ремешок через стопу. Максимально вытянуть спину и уйти в ногу.